Всем привет, друзья! Вы на канале Мир и Мир, и сегодня разбирать на ляпы буду аниматора-аниматора Gotta Get Out of Here, самую худшую из всех его творений. И сейчас вы узнаете, почему это высказывание объективно. По кринжу и отсутствию сюжета, эта анимация обошла даже Eternal. Я-то думал, это уже дно, которое нельзя пробить. Ну серьезно, весь сюжет это просто копирка Cold Size Remake 2. Один в один. Только в Cold Size хоть какой-то сюжетный поворот был с кораблем, упавшим на этого короля. А здесь Хоксфорд сдается уже во второй раз. То есть никакого сюжетного поворота и нет в том, что он сдался. Это как бы было предсказуемо еще сначала. Именно поэтому эта анимация мне, честно говоря, не понравилась. Ну что ж, приступаем к ляпам. На карте изображены головы свинозомби, что говорит о том, что они приближаются с северо-западной стороны. И только потом прилетает Лирия, докладывая о том, что это и правда так. Так вопрос, откуда они это узнали? Зачем тогда Лири, если есть кто-то, кто сообщает эту информацию быстрее нее? Стрелочками на карте указано, что свинозомби будут идти именно так, а откуда они это знают? Мне кажется, свинозомби должны были окружить их аванпост таким образом, чтобы было легко его взять. Не? Они об этом не подумали? А, точно, чуть не забыл, наш сценарист сказал, что все свинозомби тупые и не могут придумать ни одного плана. А кстати, а откуда эти стрелочки вообще появились? Их же тут только что не было. Можно вопрос? Откуда взялось эхо здесь, в открытом пространстве? Вы угораете? И да, я сам лазаю по горам, поэтому знаю, что это не эхо горной местности, это эхо какого-то собора. Пустого причем. Да, погода немного туманная, но откуда Хильда знает, что будет шторм? А, точно, Яндекс Погода метеорологические станции, конечно, забыл. И почему тогда музыка начинает играть, ее голос сразу теряет такой пафос, и эхо просто исчезает, классно. Я, конечно, все понимаю, наномашины, сынок, но почему ее меч просто так в руке увеличился, каким образом она его вообще вытащила? Это не какой-нибудь составной меч, который мог бы разложиться, нет. А деревянные цельные ворота, которые просто исчезают вот в этом месте, тоже наномашинами объяснять? А еще они проходят через блоки, как будто этих блоков вообще не существует. Сделали бы там хоть какую-то выемку, не знаю. А флаги? Какого черта флаги как будто на цепи выезжают? Ну ладно, придираться к одуванчикам, растущих из-под снега, я не буду. Но придерусь к тому, что они обсуждают план, когда все уже почти должно начаться. Почему бы не сделать это когда-нибудь ночью, когда все спокойно, у тебя много времени? Нет. Как обычно, в самый последний момент. Если только магией можно объяснить то, что эти флаги просто так двигаются. Ну или наномашинами. Хватит этот... Ссылочка на донат в описании, задонатьте мне, чтобы я купил себе Metal Gear Rising и прошел его, пожалуйста. Ладно, вы уже устали от моих придирок к картам, что они абсолютно точные, абсолютно идентичны у всех, как будто бы из-под печатной машины, но придерусь к тому, что почему это такая накладка здесь? Ты хоть реаниматор мог бы нормально, красиво это реализовать. О да, но он же старается, вот тут даже за старание ему плюс не поставь. Обойдется. Опять фигурки просто так двигаются. Это они должны быть на магните как минимум, чтобы там был другой магнит, который их двигал. Ну нафига это все делать? Зачем? Может быть, чтобы зрителю было интереснее смотреть? Лично меня как зрителя это только отталкивает. Да, вы сейчас будете вякать в комментариях о том, что Кралос из Эндермира кинул им жемчуг край, поэтому они его теперь используют. Но ведь эндермены живут во всех измерениях, почему-то жемчуг никто раньше до этого не использовал. Рейн не считается, это единичный случай. Да и в конце концов, если бы у проклятого Неуса был жемчуг, он бы избежал этой смерти. Это что получается, Гасты и Фриды тут только для красоты? Для вида? Почему они ничего не делают? А, ну да, стрелять из лука нужно уже тогда, когда враг почти у наших ворот. Если запустить стрелу таким образом в качестве дождя из стрел, она улетит намного дальше, но не будет лететь по такому небольшому полукругу. Смысла стрелять таким образом нету, когда враги недалеко. Точность понижается буквально на 90%. То есть им не страшно, что они могут задеть своих братьев, которые летают вон там в облаках. Если они все стоят в ряд, откуда еще стрелы сзади? Неужели у них там еще пулеметы стоят или баллисты? Какие-нибудь там автоматические устройства, которые запускают стрел. Ну нет, у них там столько лучников, чтобы столько было стрел. А те лучники, которые стояли на стенах, запустили бы их залпом и не было бы такого эффекта. Держу пари, половина бюджета вот чисто в эту сцену вложена. Потому что тут анимировать каждую из этих стрел нужно было отдельно. И это такой бред, ведь можно было вместо этого разработать сюжет нормально. Ну да, щиты делаются просто из куска дерева, но нам лень их сделать на всю армию. Я, конечно, понимаю, экономика Фростборна болеет, но почему у каждого лучника по одной стреле? Было бы по три? Их бы сейчас уже просто здесь не стояло. Ну серьезно, только один залп, это такой бред. Вы угораете? Они поставили против свинозомби в легкой броне солдат с булавами? Назовите мне оружие, которое было бы хуже, чем булава, я подожду. Ну, наверное, кухонный ножик только. И керамбит какой-нибудь. На одну проклятую булаву уходит железо в 3 раза больше, чем на копье. Так почему бы копья всем не пораздавать? Они все это время ничего не делали, стояли вот так вот? Просто что? И зачем Блейзы сжигают дома, если в них можно спрятаться от бури? Они бы лучше
людей таким образом жгли? Этот чел в шлеме и разбил свою голову об снег? Хиленький какой-то, кашу не ел. Я, конечно, понимаю, Майнкрафт это Майнкрафт, но почему у них огонь как наклейка? Нормальный рик на нормальный огонь можно скачать из вентиля за 2 секунды в интернете. Так почему? Почему? Это анимация ютубера с 1,5 миллиона подписчиков. То, что в анимациях аниматора есть логика, это я даже не оспариваю. И именно поэтому воины в тяжелых доспехах с булавами, которые весят по 20-30 килограмм, легко убегают от воинов, которые просто в легких доспехах с золотыми мечами пытаются их догнать. А, то есть они еще и, блин, раненые были? Ну, классно. Еще учтите, что свинозомби это нежить, и по сути они должны быть быстрее, чем люди, или это просто шиза какая-то моя. Ну, вообще-то метель так быстро не начинается. Вначале дунет ветерок, потом снежка принесет, и только потом уже начинается сама буря. И еще Лирия радовалась этому шторму еще до того, как он начался. Ведь пока что мы еще не увидели ни одного его признака. Сюжетная дыра, которая пробивает дно в логике. Вы только что захватили целый аванпост. Почему бы вам там не переждать бурю? Они, то есть, бежали за этими ранеными солдатами, не смогли их догнать и продолжать за ними уже идти? Почему бы просто не подождать? Чтобы срубить дерево в Майнкрафте, нужно срубить каждый его блок. Чтобы срубить дерево в реальной жизни, нужно ударить по нему топором раз 100. А чтобы срубить его во вселенной реаниматора, достаточно просто пнуть локтем. Как бы у этих стволов должна остаться коренная система, и они не должны упасть просто так, настолько быстро. И к тому же, что с рефлексами свинозомби? Да они бы уже 100 раз успели бы от этих деревьев увернуться. И деревья тут падают так, будто внизу еще есть какой-то магнит, который их притягивает настолько быстро. Как только эти воины выбегают из тумана, туман сразу же рассеивается. Я, конечно, понимаю, красивые эффекты стоят жертв, но все же. Откуда берутся эти стрелы? Опять такая же фигня. И к тому же, они проходят через любые блоки, классно. Что за ерунда тут начинает твориться? Стрела попадает в одного свинозомби, а падает вся группа. А тут еще круче, они не стали даже уворачиваться, даже пытаться вернуться от этих алебард, но зато падают, когда их еще ими не коснулись. Этот чел опять делает какую-то мясорубку с помощью своего меча, и опять нет рефлексов ни у кого абсолютно. Крылья Лирии сделаны просто отвратительно, то они от ее тела отделяются, то они лагают как не знаю что. Зачем вы бодаетесь щитами? Сейчас идеальный момент, чтобы друг друга просто кольнуть в бок. Почему вы медлите? А опять же, голем их не касается, они уже падают. Насколько плохо они крепят шлема, что не могут так просто отвалиться. Тут скорее бы голова у нее отвалилась, честное слово. Это мой злейший враг, который перебил мою армию. Давай буду медленно к нему подходить, я же дурачок. Это эпично смотрится в каких-нибудь американских боевиках. Но тут-то смотрится настолько кринжово, что я просто хочу... Ну, неважно. И то есть все эти солдаты видят, что Хильда в беде, но заняты своими делами. Вот тот вообще просто стоит вместо того, чтобы помочь. Ах да, чуть не забыл. Еще когда Хоксфорд поднимает щит, этот воин бьет его именно по щиту, вместо того, чтобы ударить по голове. Что с тобой не так, чел? Ну и на этом все. Это все ляпы, которые смог найти. Если вы нашли больше каких-то сюжетных дыр, не состыковок в сюжете, которого тут, кстати, нету, то пишите их в комментариях. А также, если вы хотите что-то оправдать, то тоже пишите. Я, конечно, не прочитаю, мне будет пофиг, но комментарии мне нужны. Сердечку поставлю. Может, даже закреплю комментарий. Ну и спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Всем удачи, всем пока.